Так, отлично, у меня получилось выйти в эфир. Привет, друзья! Добрый вечер, дорогие! Побеждены все технические сложности и сегодня. Слава Богу, у нас сегодня очередная пятница, а это значит, что мы с вами встречаемся на очередную серию эфиров, посвященную пророческим темам, темам, связанным с со временем, в котором мы находимся, темам, связанными с женским вопросом, ролью женщин в это время, а также, что делает Бог вообще в это время. И разные темы мы рассматриваем каждую пятницу в 9 часов по Украине, так что вы можете планировать уже это время. Я прошу прощения за задержку сегодня, у меня были некоторые технические сложности. Спасибо, что вы ждали, я вижу, что вы сейчас быстро подключаетесь. И мы на связи, так что приветствую вас, драгоценные. Global Shift Women, так называется, под таким тегом и так называются наши пятничные эфиры. Большинство из этих тем посвящены тому, чтобы, знаете, то, что Бог мне поручил, это высвобождать пророческие послания, которые вдохновляют и освежают в Божьей любви сегодня сыновей и дочерей Божьих. Это послания, которые ободряют и высвобождают в Божью судьбу сегодня. И многие из этих тем будут связаны с сезонами, многие из этих тем будут связаны с ролью женщин. Но большинство того, о чем мы говорим, будем общаться в этих эфирах, это пророческие вещи о том, куда мы входим и что Бог делает сегодня. Вот, и сегодня связь есть, дорогие, напишите, меня хорошо слышно. Я отвечу сразу послание, потому что сегодня будет очень насыщенное такое пророческое высвобождение. И говорить об эпохе четвертой глубины. Это время, в которое мы входим. Это эпоха, в которую мы вошли. И некоторые пророческие вещи, и те, которые мне открыты, я хочу Да, хорошо. Если вдруг сейчас видео зависнет, наверное, это тогда будет происходить, возможно, часто. Я тогда перейду на другое устройство, тогда я попрошу вас переподключиться. Если вдруг сейчас видео сильно зависнет, то я выйду в эфир снова, просто чтобы вы знали, что эфир не пропадет, мы просто подключимся второй раз. Вот, но пока что работает, значит, делаем. Просто сейчас такое время, prime time, и поэтому в это время интернет просто, эфиры тяжело тянет иногда. Вот, но я сейчас занимаюсь решением этого вопроса. Итак, я хочу говорить сегодня об эпохе четвертой глубины, полноты царства, и это связано со временем Деворы и с личностью Деворы. И я буду говорить об том периоде, о том периоде Божьего народа, в котором ключевую роль сыграла судья Израиля, Девора. И в этом так много пророческого, так много мне в этом Дух Святой показывает о нашем сегодняшнем времени. Это очень глобальная тема, поэтому я не раз еще буду к этому возвращаться. Но сегодня я хочу некоторые вещи высвободить, и чтобы вы смогли увидеть больше пророчески то время, в которое мы входим, и что Бог вообще делает в это время. Итак,
Как вы знаете, Девора – это была четвертая судья Израиля. Время судей, четвертая судья Израиля, одна из семи пророчиц Израиля и единственная из судей женщина. Я здесь затрону просто некоторые, знаете, как калейдоскопом, некоторые вещи и важные моменты, которые имеют пророческое значение для нас сегодня. И, возможно, я не смогу все это связать с целым, мы к этому будем еще возвращаться. Знаете, Девора, как я уже сказала, была четвертой судьей Израиля. И написано об этом в 4 главе книги Судей, в 4 стихе. И уже здесь очень много пророческого, уже здесь очень много сказано и сокрыто Господом. Цифра 4, мне так много Бог говорит об этом. И я вижу, что цифра 4 имеет ключевое значение для сегодняшнего времени. 4 имеет разные, конечно, значения и разные грани, вообще четверки. Но то, на чем сейчас акцентирует внимание в последнее время Дух Святой, мое внимание, это то, что 4, если обобщить и сказать кратко, хотя это очень глубокая цифра, в ней очень много граней, и, возможно, скорее всего, я буду об этом периодически говорить, о каких-то этих гранях, потому что это касается времени, в котором мы находимся. И не сезона, я сейчас говорю, а эпохи, в которую мы входим. Это совершенно другая эпоха Божьего движения на земле. 4 – это цифра, с одной стороны, полноты творения, как 4 стороны света и так далее. Четверка как полнота, всеохватывающая творение, полноту творения. Также 4 – это проявление полноты царства, то, как Бог мне это открыл. У престола Божьего, вспомните, 4 животных. У 4 животных по 4 крыла и так далее, и так далее. Четверки, 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 четверки. То есть 4 – это вообще цифры тронного зала, это цифра присутствия Бога, это цифра проявления реальности Царства Божьего через творение. То есть если связать все эти две грани, четверки, как четверка – полнота творения и четверка – тронный зал – то, что мне сейчас Дух Святой показывает, это то, что 4 – это проявление реальности Бога, правящего, владычествующего, всемогущего Бога в славе через творение и на земле. И, в принципе, этого было бы уже достаточно для того, чтобы копать и идти в глубину очень долго. В принципе, в том, что я сказала сейчас, заключена суть той эпохи, в которую мы входим. Эпоха четвертой глубины. Вы помните поток, который измерял пророк Иезекииль? Иезекииль услышал голос Божий, и Бог послал его измерять поток, и это было пророчески. Есть 4 глубины потока. Поток – это Божье движение. Вода – символ Духа Святого, символ Божьего движения. Это живая вода, источником которой является сам Иисус, личность Иисуса Христа. И есть 4 глубины. Первая была по косточке, вторая выше и выше, колени, по пояс, и такая глубина, когда уже нельзя, написано, идти ногами, можно только плыть. То есть, если первые 3 глубины – это глубины, на которых можно ходить и опираться ногами по земле, то 4-я глубина – это когда можно только плыть. И это очень сильно, это глубоко. Я верю в то, что мы входим именно в 4-ю глубину,
И четвертую волну Божьего движения на Земле, которая будет характеризоваться настолько проявленным царством на Земле и реальностью Бога на Земле, что это будет время, в котором жить можно на самом деле только верой. И жить можно в таком сверхъестественном проявлении Бога на Земле, жить можно только в проявленной Его природе. Это время, в котором мы сможем брать ответы только на кресте. Мы входим в то время, когда праведник на самом деле верою жив будет. Мы входим во время, в котором нельзя будет опереться, на землю, на что-либо человеческое. То есть земля как символ человеческого, по которому можно ходить и чувствовать себя стабильно. Это время, в котором уже не получится жить своими силами и человеческими возможностями и способностями. Это время, в котором мы не сможем делать вещи, которые могли делать раньше, опираясь на свои ресурсы и на человеческие возможности. То есть четвертая глубина потока – это реальность Бога на земле. Это движение Божьей славы на земле. Это волна пробуждения, которая охватит эту землю с невиданной силой. Это та великая жатва, о которой пророчествовал Боб Джонс и Рик Джойнер. Это то самое пробуждение, связанное со спасением и использованием взятия для царства миллиарда душ молодежи. И это та эпоха, в которую мы входим. И четверка, это очень интересно. Вспомните Петр, который пошел по воде, поверив слову Иисуса. Именно в четвертую стражу ночи Иисус явился им, а в необычном виде, необычным образом. И написано, что они приняли даже ученики, представьте, не какие-то неверующие, речь вообще только о верующих. Когда я говорю о каких-то вещах, на которых нам нужно перейти от славы в славу, я говорю вообще не о том, что верующими стать надо, а о том, что верующим нужно войти в реальность славы. Ученики приняли его за призрака, то есть подумали, что это бесовское проявление. Это четвертая стража ночи, это четвертая глубина. О, в этом очень многое, только здесь можно уже целую проповедь и очень много пророческого здесь сказать. Но я лишь сегодня охвачу это в общем, чтобы показать характеристику вообще эпохи. И какую роль в этом сыграла Девора? И какую роль в этом играет пророческая? Какую роль в этом играют женщины? Какую роль в этом играют мужчины? Именно в четвертую стражу ночи Петр смог пойти по воде. Сделать то, что было невозможным раньше. Сделать то, что выглядит как что-то ненормальное, сумасшедшее, а многим принятое как бесовское. И я хочу сказать здесь, в этом моменте, что Божье движение, которое будет проявляться, набирать большей силой, многими христианами, к сожалению, будет восприниматься как не от Бога. И поэтому с этой точки зрения очень важно сегодня нам всем, рожденным свыше, верующим, нам очень важно принять царство таким, каким оно есть, а не только его часть, которая нам понятна и привычна. Нам важно перестроиться на ту сверхъестественную Божью волну и войти в его новое измерение отношений с Ним, войти в новый уровень хождения с Богом, быть готовым видеть Бога по-новому, знать по-новому, переживать по-новому, по-новому жить с Богом, по-новому ходить с Богом. И именно это то, что делает Дух Святой сегодня. Он готовит свой народ к тому, чтобы невеста была соответствующей жениху. Жених сверхъестественный, жених всемогущий, жених без ограничений, жених не в порабощении, жених не в недостатке, жених не больной, жених владычествующий, славный, всемогущий.
прославленный, который является царем славы. И невеста должна стать соответствующей жениху. Это то, чем занимается сегодня Дух Святой. Ой, я не пойду больше в эту сторону, и мне нужно переходить к следующему моменту. И мы в разных наших встречах, темах разбираем эти отдельные такие грани, да? Но сегодня я хочу сказать об эпохе Деворы. Итак, четвертую стражу ночи это произошло, когда Петр, который символизирует церковь, тело Христа, которое должно выйти из лодки своих ограничений, представлений о том, что есть Царство Божье, какой Бог и кто есть мы в нем, и пойти по воде, проявив сверхъестественную природу Бога, оперевшись и поверив настолько Божьему Слову, что быть способным и быть смелым, совершить то, что раньше было невозможно, и то, что раньше никто не делал. Это была четвертая стража ночи. И вот Девора была четвертой судьей Израиля. И об этом написано в 4 главе Судей и в 4 стихе. 4-4-4. О, в эту тему я даже не пойду, что означает 4-4-4. Но мне Бог об этом говорит уже больше года. А 4-4-4 – это как раз цифра этой эпохи. 4-4-4. И в этом очень много всего. Я сейчас не смогу туда пойти. Итак, Девора – единственная женщина среди судей. Первая женщина – единственная женщина среди судей. И пророчица. Я верю в то, это то, что мне открыл Бог, что именно сезон Деворы, именно вот это момент, отрезок пути Израиля, связанного со временем Деворы, это есть эпоха, в которую мы сейчас входим как тело Христа. И я постараюсь сегодня раскрыть это и показать, почему я так говорю. Передать часть из того, что Господь открыл мне об этом. Во-первых, 4-4-4. Это было для меня зацепкой, чтобы войти в это откровение. Вернее, войти в это слово и получать там откровение от Бога. И когда он мне это сказал, все сошлось и все подтвердилось. Я до сих пор копаю этот источник, и он очень глубок. В нем очень много пророческого. Что такое сделала Девора, что почему это сегодня так важно для нас? Все мы знаем историю о том, кто такая Девора, правда? Это пророчица, судья Израиля, которая подняла войско Израиля на битву с хананеями, победили Сисару, то есть освободила Божий народ от иго рабства. Это важный момент. Именно Девора привела Израиль в тот сезон, в котором 40 лет он почивал без войн. Почему сегодня это так важно? Земля, на которой это происходило, на которой совершалась эта битва с хананеями, с Сисарой, это была та земля, которую Бог пообещал Аврааму. Обетование. Обетование Божьему народу. Бог сказал Аврааму выйти, и когда он привел его к этой долине, Море, и дал обетование о том, что эта земля однажды будет предана в руки его потомству, что Бог дает Божьему народу эту землю, и это наследие, и это обетование. И именно туда, перейдя через Иордан, в свое время Иисус Навин ввел Божий народ. И именно там, и этот участок с горой Ефремовой Иисус Навин выбрал для себя. Это было место, где находился также и колодец Иакова, и гробница Иосифа, то есть это место очень знаковое.
И именно в этом месте, спустя время, уже после того, как Иисус Навин умер, спустя время, когда Сисара начал порабощать евреев и практически оккупировал их, потому что, ну, это можно назвать рабство, потому что он перекрывал возможности развития, возможности движения, возможности завоевания. Знаете ли вы, что можно находиться в обетованной земле, но не быть в обетовании? Это очень важная мысль. Можно находиться территориально в обетованной земле. Можно быть христианами, можно быть служителями Божьими, но при этом не жить в обетовании. Можно быть церковью, но не войти в наследие царства, не войти в обетование. И это тот момент перехода в обетование, перехода в наследие царства, в котором находимся мы сегодня. И именно Девора ввела евреев в обетование, то есть владычество на этой земле, в мир на этой земле. Здесь отдельное откровение по поводу мира. Об этом скажу в конце. Дух Святой, помоги мне не забыть. Просто хочу последовательно идти. И это то время, в котором мы находимся, и нам сегодня важно войти в наследие царства, а не просто, знаете, довольствоваться тем, что мы имеем сегодня. Воля Отца, чтобы Его царство на земле было, как и на небе. И вот Девора, что она сделала? Она вдохновляет, учитывая то, что Сисара поработил евреев, перекрывал дороги, запрещал, не давал возможности торговать. Они даже не могли оружие производить, ими там металлургией не могли заниматься. То есть, по сути, они были в рабстве, хотя находились на своей земле, обещанной им Богом. И уже физически там находились, но находились в рабстве. И вот Девора призывает, настаивает и вдохновляет военачальника Варака сбросить иго рабства. Женщина, пророчица, судья Израиля, вдохновляет Варака сбросить иго рабства. Вдохновляет и говорит о том, что мы можем это сделать. Она ободряет его собрать десятитысячное войско. И здесь интересный момент. Здесь я вижу роль пророческого голоса сегодня. Дебора была пророчицей. Роль пророческого голоса сегодня, который будет подниматься со всех сторон, как раз состоит в том, чтобы поднять, вдохновить, настоять на том, чтобы Божья армия, чтобы мы как тело Христа поднялись и вошли в свое обетование, сбросив иго рабства. И, конечно, тогда нужно было воевать с Сисарой, с сильным полководцем, сильный противник, сильный враг, который смог поработить и ограничить большой народ. Сегодня наша брань не против плоти и крови, да, мы знаем. Сегодня также мы воюем не силой, не воинством, но Духом Святым. И этот сезон Деворы очень пророчески раскрывает то, что будет происходить сегодня. Пророческий голос – это голос, в котором в движении пророческого будут подняты очень многие женщины, как была тогда поднята и приготовлена Богом Девора. Многие женщины, которые пророческим высвобождением от Духа Святого вдохновят, будут вдохновлять, ободрять тело Христа сбросить иго рабства. Иго рабства у нас сегодня враг один, это сатана.
Иго рабства, рабство зависимостей от тех инструментов, которые сегодня дьявол использует. Это религиозный дух, это ложь дьявольская относительно того, кто отец, относительно того, кто мы. Это разные инструменты и способы, каким образом смерть и проклятие по-прежнему имеют место в жизни нас, как христиан. И пророческий голос от Господа, голос Господа сегодня будет призывать нас, как тело Христа, сбросить это иго и войти в наследие, войти в обетование Царства Божьего. И вот Девора делает это. Знаете, я тут хочу сказать еще один момент. Девора означает пчела. Имя само Девора означает пчела. Это та пчела, которая смертельно поражает сатану в голову. О чем сказал Бог, проклиная сатану, он сказал: «Положу вражду между тобою и между женщиной», после того, как Ева была обманута. Бытие 3.15, которое я уже упоминала. «Положу вражду между тобою и женщиной, и она и семя ее будет поражать тебя в расширении. И женщина будет, и женщина и семя ее будет поражать тебя в голову». И в расширенном переводе написано: «Смертельно будет поражать тебя, а ты ее всего лишь будешь жалить в пяту». Дебора — это пчела, поражающая сатану в голову, смертельно поражающая врага. Это также пчела, которая приносит мед. Мед — это Христос. Это сладость Иисуса Христа. Это тот мед, который был обнаружен в разорванном льве Самсона. Иисус сладкий. И мне нравится местописание, я сейчас точно не назову, где оно. «Вкусите и познайте, как благ Господь». На армянском языке слово «благ» дословно переводится, на армянском языке в Библии она близка к греческому, и вот там употреблено не «благ», а «сладок». «Вкусите и познайте сладость, как сладок». Очень пророческое имя и значение имени. Девора. Итак, как женщина была обманута в Эдемском саду ложью дьявола о том, по сути, о том, кто есть Бог, и что он что-то скрыл, не всю правду сказал. Эта же ложь сегодня играет большую роль в том, чтобы детей Божьих не допускать в реальность Царства Божьего. Ложь о том, что Отец не все совершил или ставит условия для того, чтобы мы вошли в полноту обетования и благословения, за которую Иисус Христос заплатил на кресте и все уже совершил. Так вот, я также хочу сказать сейчас пророчески, что как тогда женщина была обманута дьяволом, вы знаете, что Бог – Бог справедливости. И также у Бога последние становятся первыми. Так же, как женщина была обманута дьявольской ложью, так Бог справедливости, у которого последние становятся первыми. Также именно женщины будут использованы и сыграют ключевую роль в том, чтобы истина о том, кто есть Отец и кто есть мы в Нем, достигла сегодняшних поколений. Так же, как человек, будучи в идеальных условиях Эдемского сада, избрал непослушание своему Творцу, находясь в совершенной полноте. Полноте в шаломе Эдемского сада.
Также сегодня, во времена смятения, войн, катастроф, в самые тяжелые времена на земле, Церковь, невеста Христа, призвана избрать своего Господа как своего единственного возлюбленного и исправить, сегодня человечество должно исправить ту ошибку, которую допустил человек в Эдемском саду, и выбрать своего Господа посреди самых неблагоприятных обстоятельств. Выбрать как свой единственный источник, как свой единственный источник упования, жизни. И в этом большую роль сыграют женщины. И ключевую роль в этом сыграют пророческие голоса. Поэтому пророчество Иоиля и обетование, которое Бог дал, о том, что Он изольет от Духа Своего на всякую плоть и будут пророчествовать, не зря. Это ключевая характеристика последнего времени. Именно пророческое высвобождение способно принести и принесет истину о том, кто есть Отец, о воле Отца на земле. И поколение Деворы призвано ввести нас в обетование. Не просто называться, но быть детьми Божьими, быть на территории Царства, реальности Бога, полноты Царства, которое хочет высвобождаться из сердца Отца, из славы Отца, с небес на землю, чтобы было на земле, как и на небе, Царство Божье и Его воля. И поколение Деворы — это те поколения пророческих служителей, служителей в помазании Духа Святого, евангелистов пророческих, служителей с апостольским помазанием последнего времени, которые будут использованы Богом для того, чтобы тело Христа пришло в соответствие, в полноту и в соответствие жениху. Аллилуйя! Итак, Дебора убеждает Варака собрать десятитысячное войско. И здесь я тоже не могу дальше пойти, потому что 10 тысяч. Не кажется ли вам эта цифра знакомой? Это интересно. Что-то особенное постоянно Бог говорит про 10 тысяч. И здесь фигурирует 10 тысяч. Именно в этой пророческой битве, в этом пророческом сражении было собрано 10 тысяч человек, которые дали возможность Израилю войти в сезон покоя, войти в обетование Отца. Когда Бог устроил мне пророческую встречу с ангелами и дал поручение говорить и высвобождать Его слово, Его послание, Его откровение, которое Он дает мне и вложил в меня, высвобождать через интернет, ангел, с которым у меня была встреча, сказала мне, что Бог, Отец, заплатит 10 тысяч. И позже мне было открыто, что 10 тысяч — это 10 тысяч орлиных яиц. Это 10 тысяч Божьих судеб. О, слава тебе, Иисус! Божьих судеб, Божьих орлов, вошедших в свою судьбу. Это не просто 10 тысяч людей, это 10 тысяч Божьих орлов, которые, о, слава, которые принесут славу Отца, истину из сердца Отца, которые будут голосом Божьим в своих территориях. О,
которые будут в помазании жнецов жнецов, то есть жнецы, собирающие жнецов. Для последней жатвы 10 тысяч – это немного, это мало. 10 тысяч, я верю, что это будет, знаете, как один из первых потоков жнецов. Помазание жнецов жнецов – это помазание, о котором говорил Боб Джонс, что оно будет высвобождено в последнее время, это самое сильное помазание, так говорил Боб Джонс. И тот Бентли об этом говорит иногда. Он это слышал от Боб Джонса. 10 тысяч. У меня есть один знакомый пророческий человек из Франции. Это Самуил Агасьянс. Интересно, я ему не говорила про то, что Бог дал мне обещание заплатить 10 тысяч Божьих орлов. Но когда мы общались с ним в Киеве, когда он приезжал, вы не поверите, Бог ему сказал про 10 тысяч. 10 тысяч пророков. Я ничего не сказала ему тогда. Но это очень интересно. Это было для меня очень интересным подтверждением. Это Божья воля. Бог что-то делает в этом направлении уже сейчас. 10 тысяч. И вот Варак поднимает, соглашается с Деворой. И мужчины спрашивают меня, что же, Мария, ты говоришь о женщинах, женщинах, высвобождении женщин, а как же мужчины? Варак как раз и есть прообраз мужчин сегодняшнего времени. Варак, который говорит, я верю тебе. Во-первых, это мужчины, которые способны поверить пророческому призыву через женщин. Нужно сказать, что Девора была пророчицей, она же уже была судьей, она уже завоевала авторитет и имела расположение народа, ведь она судила народ. И когда она судила, она задействовала свой пророческий дар, она была пророчицей, и она видела суть вещей. И все, что она говорила, исполнялось. Она видела больше, чем события, она видела больше, чем факты, она понимала дальше, чем факты, и она слышала больше, чем слова, она видела суть вещей, потому что у нее был пророческий дар и пророческое помазание. И поэтому Варак, несмотря на то, что ситуация была сумасшедшая, и у них не было даже оружия, а у Сисары было 900 колесниц, а у евреев не было даже оружия, потому что им не разрешено было делать кованые изделия и заниматься металлом, изготавливать что-либо из металла. Ситуация сумасшедшая. Но несмотря на это, он смог поверить пророческому голосу Деворы, потому что Девора видела, что пришло время, она различала времена. Она видела, что хочет делать Бог, и она чувствовала благоволение Божье. Она понимала, что помимо того, что они совершат, спланируют все и разработают стратегию, она говорила и понимала, что Бог на их стороне, главное, что Бог пойдет впереди нас. И Варак смог поверить. То есть, во-первых, мужчины сегодняшнего времени нуждаются в том, чтобы слышать пророческое ободрение. И пророческие голоса сегодня – это прежде всего голоса ободрения, потому что сам Отец сегодня ободряет свое тело, церковь, подняться и сбросить с себя иго рабства. Всякое ярмо, которое разрушается от тука, от помазания Святого Духа. Аллилуйя. И во-вторых, Варак поднимает армию, договорившись с Деворой. Он поднимает армию и совершает эту битву, но он говорит о Деворе, если ты пойдешь среди нас, если ты пойдешь среди нас, я поверю и сделаю это. Мужчины последнего времени, часть Божьей армии, мужчины, да, сегодня призваны принять
уникальность роли женщин в сегодняшнем дне. Долгое время женщины были угнетены. И здесь вопрос не в том, что женщины войдут в служение. Много женщин сегодня служит. Но также много женщин ущемляется сегодня в этом во многих церквях, и женщины не воспринимаются как служители. Но я даже не это имею в виду. Я имею в виду поколение Божьих женщин, которые должны войти в свое призвание. Знаете, можно быть служителями, но еще не войти в обетование. И большинство сегодня Божьих людей ожидает исполнения пророческих слов от Бога, но еще не видели их исполнения. Вот это я имею в виду, понимаете, вхождение в обетование. Это то, во что ввела Девора. И пророческое помазание, естественно, будет и на мужчинах, и на женщинах, но мы будем видеть, что Бог сегодня будет продвигать множество женщин на позиции авторитета, позиции власти, позиции владычества. Очень много женщин начнут продвигаться интенсивным образом и поставлены на позиции влияния. И у мужчин в этом есть уникальная роль. Мужчина занимает свое место на поле битвы тогда, когда принимает место женщины и почитает место женщины. Девора не планировала идти впереди Варака. Она, наоборот, она ободряла Варака подняться. Но Варак говорил: «Я без тебя не пойду». И Девора была на поле битвы. И следующий интересный момент – это пророческое восхваление, пророческое высвобождение, песня, которая была поднята в начале битвы. И знаете, эта песня, она ведь отображает то, что Бог еще только сделает. Это пророческое декларирование того, что Бог дает победу Божьему народу. И здесь для меня очень много в этом. Но вам сейчас скажу кратко, что вообще суть в том, что пророческий голос призван декларировать Божью победу, призван ободрять к Божьей победе, призван вдохновлять войти в Божью судьбу. И больше того я скажу, это есть характеристика истинного пророческого голоса в последнее время, потому что время коротко, нет времени на всякие вещи. Есть время только на одно — совершить Божью победу на земле, чтобы Царство Божье было на земле, как и на небе. Сегодня нет времени жить для себя. Сегодня есть ключевая задача у нас, как у тела Христа — войти в наследие Царства. Битва началась на горе Фавор. Это также интересный момент. Евреи собрались, войско собралось, десятитысячное войско собралось, и началось сражение с горы Фавор. Гора Фавор, по преданию церкви, это место, на котором Иисус преобразился в присутствии славы, в которой пришли Моисей и Илия. Когда Иисус поднялся на гору с Петром и Иоанном. Вы помните это? И здесь характеристика нашего сезона. Гора Преображения. Я говорила об этом в своих эфирах, о Божьей славе. И вы можете посмотреть в записи. Все записи моих прямых эфиров находятся под тегом, вот синеньким с решеточкой, который написан в описании каждого видео прямого эфира. Когда вы на него нажимаете, заходите в раздел «Видео», вы можете увидеть все записи эфиров. И есть два или три эфира, посвященных Божьей славе. Там я больше делюсь о том, что Отец показал мне о славе грядущего Божьего движения. И это интересно,
что сражение, ведущее Божий народ в обетование Бога, началась с горы Фавор, гора Преображения. Она началась с места, на котором была явлена слава. И я верю, и то, как мне открыто, то, что эта эпоха, в которую мы входим, это эпоха движения славы. И наша победа и вхождение в наследие Царства произойдет в славе. И только будучи преображенными Богом в соответствии Его природе, Его натуре, только будучи преображенными и раскрывшиеся как дети Бога, как сыновья Божьи, как дочери Божьи, именно это является вхождением в наследие. И именно этим будет сопровождаться эпоха Царства Божьего на земле. Аллилуйя, которая является четверкой. Битва. Пару слов о битве, о самой битве. Видите, я немножечко прохожу по всей этой истории и подчеркиваю пророческие вещи и высвобождаю их. Но мы будем возвращаться еще к этому в какие-то отдельные грани. Битва. Вы знаете, тот самый Сисара, у которого было 900 колесниц, то есть он вооружен до зубов, да? Вот что происходит, когда Божий народ верит голосу Божьему и в послушании, верой входит в то, куда призывает Отец? Как важно именно в Божье время войти в то, что делает Отец? Когда началась битва, очень скоро евреи увидели сверхъестественное Божье вмешательство. Согласно описанию историков, во время этой битвы внезапно началась сильная буря, сопровождавшаяся сильным холодным дождем и градом. Интересно, и сильным ветром. Сильный ветер, холодный дождь и град. И интересно, что во время этой бури ветер дул в лицо Хананеям. Таким образом, их участь была очень тяжелой в это время. Они были в воинском облачении, с тяжелым оружием, и в их лицо. То есть они шли против ветра, преодолевая силу ветра, холодный дождь, град. Это все им было в лицо. В холоде воинам даже было тяжело пользоваться как должно своим оружием. И то есть они столкнулись с сильнейшим сопротивлением, неожиданным, незапланированным, тем, на которые они не рассчитывали. И это привело в большое смятение армию Сисары. Что же касается Божьего народа, то ветер был им в спину, буря била им в спину, и таким образом подталкивая их вперед и продвигая их вперед. То есть неблагоприятная погода для них была плюсом и споспешествовала им. Таким образом им было легче наступать. Также, увидев это, и понимая, что это Божье сверхъестественное вмешательство в ход сражения, они были ободрены. И пробравшись в центр войска врага, вражеского полчища, они громили своего противника, который уже был в смятении от того, что происходило. И историки говорят и пишут, что многие были убиты даже не в рукопашном бою, а многие были убиты под собственными колесницами, под весом собственного войска. То есть были раздавлены вот в этом смятении. Не узнаете вы в этом что-то? Это характер Божьей работы, когда так же само было в другие моменты истории. Когда Бог споспешествует своему народу.
Также, согласно историческим данным, вот из-за этого дождя, из-за этой бури, почва в этой долине, это же место было выбрано пророчески. Девора определила место и определила время. Важно быть в нужном месте и вести и творить Божью волю в нужное время. Как будто, вот если по-человечески посмотреть, то как будто знали прогноз погоды и знали, какое место выбрать. Потому что во время этой бури почва этой долины превратилась, там была такая почва, что от дождя она превратилась в абсолютное месиво. И колесницы, они все проваливались в это месиво. Таким образом, войско противника оказалось в очень тяжелых обстоятельствах, в которых они просто не смогли противостоять и даже ушли в бегство. Как и сам Сисара ушел в бегство. И это уже другая история. Это история о другой Божьей женщине, которая убила полководца противника вражеского воинства. Он тоже был убит женщиной, еврейкой. Но это другая история. Сейчас на это туда нет времени идти. И знаете, Божье сопровождение, сверхъестественное Божье сопровождение, мы будем видеть больше и больше по мере того, как мы будем послушны воле Отца, входя в это время четвертой глубины, о которой говорил и писал Иезекииль. Четвертой глубины, в которую пророчески он вошел, в которой не пройдешь человеческими усилиями, но можешь только довериться Богу. Будучи в таком единении с Богом и в сверхъестественном хождении в его реальности, только таким образом и с его сопровождением в потоке его совершенной воли мы сможем совершить то, что Бог желает совершить на земле, чтобы царство его было явлено на земле и утверждено, как на небе. И именно поэтому сегодня все больше и больше будут подниматься люди, которых Бог тренировал в близости, в тайне, в тайном месте с Ним. Тренировал слышать голос Божий, быть послушным голосу Божьему. И пророческих голосов будет становиться все больше и больше. И 10 000 орлов Божьих будет поднято. И крылья некоторых из них укрепляются прямо сейчас. И это обетование о том, что сыновья и дочери Божьи обновятся в силе. В это можно войти только в силе Святого Духа, в это можно войти только из близости со Святым Духом, в это можно войти только из места близости, любви и наслаждения Святым Духом. Итак, обновятся в силе. Помните вы это? Местописание. Поднимут крылья, как орлы, будут парить и не устанут, потекут и не устанут, будут парить и не утомятся. Парить в Божьей силе, на Божьей высоте, в реальности Бога – это единственный способ совершить волю Божью в грядущей эпохе, в которую мы уже вошли. Это единственный способ. А человеческими усилиями этого не совершить. Не утомиться возможно, только двигаясь в Его силе, в Божьей славе. И нам важно сегодня услышать, что говорит Господь, и войти в что-то новое для себя, войти в новый уровень измерения взаимоотношения с Господом сегодня, чтобы быть соответствующим времени, быть соответствующим Богу, быть соответствующим тому, что Бог сегодня делают и планируют дальше делать на этой земле. Что ж, дорогие, на сегодня, я думаю, достаточно. Надеюсь, для вас это было интересным и было благословением.
Я буду очень ждать ваших комментариев, отзывов, свидетельств. Пожалуйста, напишите, что было интересно для вас в этом эфире, что было открытием, откровением, что было укреплением и поддержкой. Может быть, у вас есть подтверждающие сны, видения, откровения. Пишите об этом. Будем все это видеть и читать. Возможно, прямо сегодня у кого-то из вас ночью были сны, касающиеся времени, касающиеся того, что делает Бог, сны относительно церкви, относительно тела Христа, сны относительно женщин, возможно, относительно пророческого. Напишите об этом. Это не просто так. То есть, если мы сегодня планируем эфир, и я знаю, что некоторые из вас планируют это время, вы выходите специально в это время, то если у вас были сны от Бога этой ночью, сегодня напишите тоже об этом. Если кому-то есть что-то поделиться, пишите все это в комментариях. Также я благодарна вам за репосты. И благодаря вашим репостам люди, которые еще не слышали эти эфиры, могут их увидеть. И все больше новых людей достигает эти послания и становится для кого-то еще ободрением, вдохновением и поддержкой. Потому что пророческое послание сегодня предназначено для ободрения тела Христа, для вдохновения и укрепления и снаряжения в том, чтобы войти в Божью судьбу для каждого из нас и для нас как церкви в целом. Что ж, драгоценные, благословляю вас с миром Божьим. Пусть все больше Божьего Царства, реальности Господа раскрывается в вашей жизни. Я благословляю вас и прошу Духа Святого, чтобы новое измерение близости со Святым Духом пришло в вашу жизнь. Каждому, кто жаждет, пусть Дух Святой забирает вас в наслаждение с Богом. Сделайте это важной частью своей жизни, приоритетом своей жизни, время наслаждения Богом, время наедине с Богом, только вы и Он. Время, именно наслаждение, точка наслаждения с Богом – это место перемещения в Божью славу. Многие меня спрашивают, как переживать Божью славу, что такое Божья слава. Мария, о чем ты говоришь, говоря о славе, что ты имеешь в виду? Вот Божья слава, мы можем в нее входить тогда, когда мы наслаждаемся с Богом. Это один из самых главных ключей, как войти в славу и переживать Бога реально. Это наслаждаться им. Я называю это временем не просто молитвы или поклонения. Для меня это время пропитывания. Я просто пропитываюсь Божьим присутствием, уделяю этому время. И в это время Бог делает разные вещи. Он может забирать меня в духе, Он может давать видения. Но самое главное, я переживаю Его славу. Я вхожу в Его славу, и именно эта слава трансформирует меня и трансформирует мою жизнь. Все дальше забирая в сердце Отца и в Его волю для моей жизни. И я верю, что это воля Божия для каждого из нас. Для каждого из нас абсолютно. Что ж, драгоценное, возможно, в одной из тем, и, наверное, в одной из тем я поделюсь тем, о чем я говорила сейчас, более детально, если вы хотите, если вам это интересно, что я имею в виду под поклонением, пропитыванием, то я в этом поделюсь. Об этом поделюсь больше как-то однажды. Если вы напишете комментарий, я буду видеть, что вам это интересно и важно, то я выйду поговорить об этом. Что ж, драгоценные, с Богом. Пока-пока.